Всем привет, друзья! Андрей себе обновку прикупил. Старые мотики продался, купил другой мотик. Сейчас поедем чуть-чуть прокатиться, посмотрим, как что едет, как что. Да и давно уже не ездили, уже, наверное, 3 недели. Нифига, надо проехать хоть по лесу, а то скоро уже у нас сентябрь. Уже половина месяца прошло, скоро уже будет мухи белые полетят, некогда будет кататься. Так что так, сейчас едем по трассе, по дороге, поснимаем чуть, как что едем. Прокатимся помаленьку. Так что, покажем. Сейчас выйдем на трассу, прокатимся по трассе, чуть-чуть, потом по дорогам. Давно не ездили. Размяться чуть-чуть. Немножко подразмяться надо. Трасса сейчас заросла, наверное, уже травой. Забыл, как управлять надо. Что там, Андрей? Едет, не? О, едет. Забыл, как включать надо. Давай, сфурочка! Андрей отвык. 2 месяца, наверное, не ездил. Забыл навыки, все порастерял. Учиться надо заново. Все пропало. Все забыл. Поможет.
было тут ехать по этим палкам. Высоты хватает, смотри. А был еще выше. Еще выше? Да, это я его опустил, там, наверное, сантиметра на 3 точно. А тогда вообще будет не достать ногами. Если тебе не достать, а мне вообще. Так я и стоял, вот так вот. Ездил, не было палок этих. Что-то или завалилось само, или подкидал что-то. Грибы какие-то поганцы валяются. Первый чекпоинт, приехали. Я классный подъемчик сделаю. Ладно, поснимаем. Будем сейчас, Андреев сел, посмотрим, как эта бричка едет. Вот сразу чувствуется вибрация от мотора, на моем нету. Нет, да ладно. А свободный ход в газу большой. Я вот еще больше делал даже специально. Вообще не было. Попробуй. Ну, конечно, у меня тяги побольше. Нет, мой сильнее, я там на своем. Мой прет. Мотор посильнее, а подвеска как помягче на этом, чем на моем. Ну, рулиться, да, проще. Мне тяжеловато рулиться. Этот проще рулится. Да, отличие есть. Мой помощнее, конечно. Под гору не поедем, тут проедем.
Этот покороче, да, рулится мягче. И он как будто под мой вес не подходит. Тяжеловатый на амортизаторах. Андрей весит 60 килограмм, а я 105, наверное. И лапка переключения низко, выше надо поднять. А так ничего. Так ничего, да. Ну как-то мой резинкой. В моем газу даешь сразу, он рвет. В этот помягче. И передаточное число другое. На моем скорости больше, чем на этом. Здесь первая совсем слаб. Тихая, у меня быстрее. Да, отличие есть. Отличие есть. Каждый... Не, рулить, да, рулить плавней. Что-то Андрей там пропал тут. Передачи показывают тут. А у меня передачи не показывают. О, первая. Вторая. А где нейтралка тут, Андрей, так же? А она просто это перестает гореть. А, ну не горит, короче. Ну. А что тебе гудит? Вентилятор? Пара. А-а-а. Ну как? Короче, что я скажу, рулить на нем мягче, легче. Ага. Подвеска для меня слабовата, надо подтянуть. Угу. И, короче, передаточное число неправильно. У меня быстрая первая передача, угу. А тут первая вообще медленная. Ну да. Как будто, ну передача... Видишь, она начала быстро, у тебя мотор мощнее. Может быть. Ну, у короче, первая быстрее. У тебя намного тише, чем моя. Угу. Так на нем, ну, удобно ехать, легко рулить, да. И по мотору, конечно, мой мощнее чувствуется сразу. А так ничего. Да какой-то он такой плавный, знаешь, мягкий. Ну, для меня. Как-то он это... У меня тяжелее руль крутить, а здесь легче. А так нормально. Пальцы тоже вот на нем как бы проехались. Этот Алян Сангеевич. Девушка на нем проехался. Да, да, вот он. Говорит, у меня Ямаха, говорит, так не рулится. Да, рулится он, ну, вообще легко-легко. Колька сказал, что, говорит, если я на своей еду, надо мне жопу вот закинуть где-то в повороте. Ну, да, да, да. А этот, говорит, прям сам. Да, ГР-1. ГР-1. Да, каждая техника по-своему. Ага. Отличие есть, да. Я-то не ездил нифига ни на каких. На твоем тогда только ездил и все. Ну, и уже и как и бы, да, разница отличия есть. Дальше прохват продолжается. Едем по трассе. Да, эндуровский по нашей трассе едет. Развлекаемся, короче. Набиваем дорогу. Заросло тут, конечно. Ты давно уже не ездил. Ну-ка, Андрей, смогет, нет? О, раз. О. Ветки, блин.
это, прокачаться. Спорт. Спорт. Вон Андрей навыки растерял. Все, потренируемся. Научимся. Еще фигня. Было бы на чем ездить. И время. Навалило лес. Навалило палок. Был этот ветер большой. Нападали палки. Зато он грибы есть белые. Под березовики раз. Заглох. Шланчик свалился. С бака надо одеть, а то бензин плещется. Вот мы выехали на эту дорогу. Андрею надо размять, попривыкнуть чуть-чуть к мотоциклу. Техника другая, не как тут его. Там у него мотоленд был, а этот ГР-1 уже по-другому, конечно. Короткая база в нем. Управляется по-другому, все по-другому. Конечно, нам привычки. Так что прокатнемся, покажем вам. Грибы люди вон собирают. Встретили мужика, и шел целый, ведро целое белых.
Едет Андрей. Без экипировки поехал, продал сейчас мотоцикл. Подождем, вот едет. Ладно, сейчас на удилище переедем, покажем. Удилище наше, озеро Удилище. Классные места. Вещь, классные места, конечно, красивые. Класс. Купаются летом. Класс. Сделаем селфи немножко. Еще проезжаем. Классное озеро, вообще классное. Отдыхать. Вода чистейшая. Грибники собираются. Грибки. Кто катается, кто что. Сейчас грибов много. На видео там у меня есть. Мы ездили в грибы, грибов много. Так что получаем удовольствие. Ребята, катайтесь, пока снега нет. Такие дела. Сейчас вокруг озера проедем и обратно будем потихоньку продвигаться. Поедем.
Дальше валим? Да. Давай, едь за мной. По ней же ехать. Посмотрим, деревьев навалило тут. Не навалило. Помнить надо дорогу. Разместили его. Корни только торчат. Колеса надо подкачать чуть-чуть, а то пробить можно. Слабовато. Наверное, постоял в гараже. И чуть-чуть ослабли колесики. Так что вещь. Вот мы по трассе по этой катали до этого, смотри. И вообще все здесь, когда у нас соревнования проходят, вот по этой трассе и ездят все. Вон грибы. Горяшечки. Раз. Нагадил кто-то. Какая-то сволочка. Андрей, еще нету ботинка.
не обобьет. Уже был у него. Решил через бревно проехать. Я бревно объехал вокруг. Андрей через бревно. Профессионализм хочет показать. О, проехал. Принцип-то. По трассе едешь, едешь. Где? Выгоднее проехать, а там выбирать место, я так понимаю. Где быстрее. Сможешь через бревно, значит, а через бревно не сможешь, значит, лучше объехать. Так что... Класс. Евгению Николаевичу отдельный привет. Кружок у нас два такта есть. Ребятишки ходят, тренируются. Молодец. Человек мотики собирает и кружок держит, организовал, ребята тренирует, соревнования организовывает. Вообще отличный человек, респект ему огромный. Спасибо за то, что он делает для всех. Молодец. Таких людей побольше бы, а еще была поддержка от администрации, вообще было бы супер. А у нас никто не хочет такие вещи поддержать. Получается со своего кармана либо взнос там кто-то соберет, тоже как-то ну некрасиво получается. Вот такие дела. Ладно, че? А так дальше на трассе к концу. Заканчиваем маршрут. Сейчас болото проедем и все. И выезжаем на дорогу. Тяжеловато, конечно. Блин, так амортизатор у меня пересверлено. Можно отломить амортизатор. У меня пересверлено, засыпается нижней части амортизатора. Можно отломить. А если переставить на дырку штатную, мне не хватает высоты тогда, ноги не достают ни хера. Ноги не достают до земли в экстренных ситуациях. Вот такие дела. Плавают тут, а то утопимся нафиг с этих кладок. Вот и мы финишировали. Все, сейчас выедем по дороге. Что здесь 500 метров, ну 700, наверное, и все. И финиш. Ну как, Андрей, прохват? Нормально. Удался? Да. Как ты себе после простоя большого? Тяжеловато. Ощущаешь? Руки, ноги? Руки забившие, конечно. Вот так вот проверка прошла нормально, успешно. Все хорошо. Сейчас чуть отдохнем. И финиш. Катаем, катаем, завершаем прокат. Сегодняшний прохват с Андреем. Уже почти доехали до базы, где начинали. Чуть-чуть осталось здесь по дороге, проедем. Самое так что... интересное будут эти отходы. Ну, сейчас мы включу я здесь. Сейчас конечек доснимем. Так что, ребята, пока погода есть, собирайтесь, катайтесь все.
И как бы не пожалеете, удовольствие получаете. Не говорю, что надо соревнования. Ну, даже чисто так, по лесу проехать все равно интересно. И физическая форма поддерживается, и сами удовольствие главное. Пока погода есть, потом зимой будете сидеть целыми днями дома. Думать, как это? Да, делать нечего, и слюни пускать. Так что катайтесь, и особенный привет передаю Евгению Николаевичу. Отличный человек, и ему по жизни всего самого доброго и хорошего. Ребят учит, тренирует, как бы, молодец. Держит все соревнования, все отлично. Да, только Евгений Николаевич... На нем только и держится все. Да, да, огромный привет, респект большой. Ладно, мы сейчас завершаем. Конечек ставлю, и все. Всем удачи, всем спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте, пишите комментарии. Всем пока, а мы к дому.